качество съемки, я просто снимаю со своего 5S. Тоже старичок. В общем, я только что отвела дедушку в детский сад. И сейчас я иду... Куда я иду? А, я сейчас схожу и жду автобуса, потому что мой автобус только через час. Наш автобус в наш район ходит только раз в 2 часа. Поэтому мне придется ждать еще час. И я решила провести это время с пользой и полазить по магазинам. Да. Я сейчас иду, наверное, в Зару, потому что больше по пути я не помню магазинов. Вот, зайду в Зару, посмотрю, что там. И там еще и рядышком есть Zara Home, мой любимый магазин. Вот, и я еще там положу. Сейчас уже новогодняя распродажа, 27 число, и у них уже Рождество закончилось. Но и они уже распродаются. Но у нас так, Новый год не закончился. Тоже игрушечки всякие. Распродажи. Красиво. Мне очень нравятся такие шляпы, но понимаю, что я их носить не буду. Но она прикольная. Все, иду на автобус. Потому что уже 6 минут до автобуса, но я приду раньше. Потому что здесь такие автобусы, они могут раньше прийти, позже прийти, расписание. Поэтому нужно быть в курсе. Ой, нужно быть готовым всегда. Мы вышли из дома. Я и мой больной человек. Привет от больного человека. Мы идем за дедушкой. Вот, заберем его. С детского хватит, садика. Да, хватит, потому уже там гулять. Достаточно. У нас, кстати, сейчас пасмурно. Мне кажется, сейчас как дождь лупанет. Ночью был очень сильный ветер, очень сильный. Да, я чувствую, что сегодня будет дождь, мы намокнем. И ты простудишься еще больше. Ну тогда я еще простужусь. Я уже, кстати, нормально себя чувствую. У меня чуть-чуть только нос чешется. У нее нос чешется, у нее такая болезнь. Представляете? Да, мне нельзя работать, у меня нос чешется. Какое небо красивое, хоть и затянутое, но красивое. Мы сейчас дома уже 12 часов ночи. За все это время у нас много чего случилось. В общем, пока я поехала забрать дедушку, Дима поехал в больницу. У него опять та же самая проблема, которая у него была 2 месяца назад. Вот где-то тут будет подсказочка на прошлое наше видео, как Диме делали операцию. Вот. И снова все повторилось, рецидив. И, в общем, мы связались с страховой. Страховая связалась с больницами. Димку послали в крутую больницу. Я с ним, кстати, не была там. В общем, он там просидел 4 часа. У страховой уговаривали, чтобы она заплатила за операцию. В общем, так ничего и не произошло. Вот, потому что... Я сейчас вам расскажу, почему. Потому что страховой нужно было заплатить 5000 евро. За Димину операцию. И оператор страховой не имеет права такие большие суммы выписывать сразу без соглашения руководства.
а уже было часов 10, а в Украине уже все 11, и не было с кем связаться, в общем, это все долго решалось. И Димке позвонили уже, когда он приехал домой. Вот ему аж позвонили со страховой, сказали, да, все, делайте операцию. В общем, естественно, уже все, хирург уехал домой, мы все уже по домам. В общем, завтра утром нам снова в больничку. Завтра будет влог в больнице. Вот. Дима поедет в больницу, а я буду с дедушкой сидеть. Вернее, я буду не сидеть, а отведу, дедушку отведу в садик. Потом поеду к Диме. Я вам покажу этого больного с его друзьями новыми. Вот мои друганы. И салфеточки. Такие вот у нас дела. В общем, всем хорошего дня. Не болейте. Пусть у вас все будет хорошо. До завтра. Пока-пока. Пока.